Наверное, наушники надо отключить, будет плохо слышно. Все. Привет! Хорошего сидения дома. Да, вам тоже всем хорошего сидения дома. Расчешу чуть-чуть. Просто с мокрой головой вышла на балкон. Волосы сами сохнут, а я их чешу, чтобы они не кудрявились. Привет! Привет, мои хорошие! Плохо видно? Почему? Не знаю. Приветик. Погодка хорошая, немножко ветерочек, но тепло. 21 градус, по-моему. Это вода. Хотела мне витаминку бросить, пойдемте. Что камеру мне надо потереть, да? Ну, я в прямом эфире. Я тут на спорте, а ты меня помещаешь. Ага, на спорте. С витаминкой нам пошла. Мне пошла. Ну, витамин С пил сегодня? Нет еще. Я тоже нет. Витаминка. Не видно, почему? Почему не видно, не понимаю. Так. Ой! Извиняюсь. Витаминчик С. Здесь штурцы купила, они еще отдельно вот так вот распаковывают. Все, сейчас буду пить. Плохо видно? Почему плохо видно? Я ничего не понимаю. Ну все хорошо. Виснет. Блин, у меня ничего не виснет. Мне показывают, что хороший интернет, все хорошо видно. Не знаю. Так, ну давайте с вами что-нибудь обсудим. Давайте. Интересно, да камера протерта, ничего не понимаю. Ну, я в такой страшной домашней кофте. Не обращайте внимания, что лень переодеваться. Ну, блин, куда бы тебя поставить? Серёг, а можешь мне помочь? А как вот в этот тренок, у меня, короче, есть такой тренок, как в него поставить, чтобы это было вот именно вот так? Так, ровненько. Так вот же у тебя, вот тут, у тебя, видишь, есть штучка. Ты главное сюда попасть. У меня лицо опять обгорело. Ну, а кто стучал на балконе целый день работал? Вот так. О, а, спасибо, да, большое. Что, может перезайти? Лицо, говорят, не видно. Как это не видно? Как лицо не видно? Давайте я выйду сейчас из эфира и еще раз зайду.